Минуточку внимания, хотел бы посоветовать группу моего подписчика, называется она Курский Дизайнинг. Очень классная группа, это именно он делал мне оформление для группы, для канала. Делает недорого и качественно, поэтому ссылочка на его группу будет в описании. Реально, пацан классно делает, также он делает цветные арты. Поэтому, кого интересует, повторю ссылочку в описании. Переходите, подписывайтесь, заказывайте. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем на Родина РП, Центральный округ. Моник здесь Кирилл Путбулови. Не забывайте вводить моник при регистрации. Если вводите моник и прокачать 3 уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч отдам вам. Поэтому для этого вводите моник при регистрации. Также можете вводить мой промокод. Его нужно вводить на 6 уровне. Пишите хэштег Кирилл Ютуб. За него получите очень даже неплохие плюшки. Ну а сейчас мы направляемся, получается, в Приморск. Я буду покупать новый дом. Кто не смотрел предыдущую серию, советую всем посмотреть, потому что там была такая насыщенная серия, и я еще в той серии так неплохо лоханулся, выставил машину за не ту сумму, за которую хотел продать. Поэтому, кто не смотрел, советую всем посмотреть. Я снимаю эту серию сразу же после предыдущей, потому что я на той серии закончил тем, что ехал с этим пацаном покупать дом, но дом я в той серии не показал, а покажу дом в этой серии. Скорее всего, сейчас мы его купим. Ему, кстати, кто-то колесо пробил. У меня есть 28 миллионов. Он дом продает за 3 миллиона, он сказал, типа, еще можешь торгануться. Поэтому сейчас, может быть, за 2,7 как бы заберем дом с огородом. Мне именно нужен дом с огородом, как бы. Я не хочу покупать какой-то там шикарный дом там за 5, за 10, за 20 миллионов. Я просто хочу купить обычный дом с огородом и все. Потому что я себе купил фургон в предыдущей серии, и мне просто нужен дом с огородом, чтобы выращивать там овощи. Так, вот его дом получается. Давайте зайдем, посмотрим интерьер. Так, вот, давайте зайдем, посмотрим интерьер. Так, есть огород, но гаража здесь нету. Давайте, я хочу просто посмотреть интерьер. Но интерьер обычный, в принципе, самый обычный. За 2,7 отдашь. Если 2,7 отдаст, то я готов его купить. Но я не знаю, скорее всего, это недорого. Как бы дом с гаражом не нужен, потому что, ну, как бы у меня всего лишь 2 машины получаются сейчас. А не, 3 машины. Это фургон, ламба и крузак. Предлагаю свой дом, 886 номер. Так, разве, то есть, все. Покупаем. За 2,7 я купил, получается, домик. Давайте тоже слэштайм сделаем. На всякий случай. Так, спасибо. Давайте ему напишем. Все, мы купили дом. Теперь нужно будет перегнать, как бы, свои машины. Итак, я уже почти доехал до дома на фургоне. Вообще, для чего я купил дом? Я его купил для того, чтобы с него получать прибыль. Каким образом? Таким образом, то, что, понимаете, вот, фургон у меня есть. И в него можно засунуть очень много продуктов. Как бы, ну, овощей вот этих, которые нужно выращивать. И с помощью того, что я буду продавать это все, я буду получать прибыль, получается. Как бы, фургон очень много всего влазит. Прям очень много. Поэтому я купил фургон, чтобы получать прибыль. Точнее, я купил фургон, чтобы возить на нем, получается, овощи, продавать их. И получается, это деньги. А дом я купил, чтобы выращивать овощи. И их, как бы, грузить в фургон и продавать. Ну, короче, думаю, вы поняли. Здесь очень много всего, но почему-то я не могу это все взять. Хрен знает почему. Хотя, как бы, это мой дом. Конечно, было бы неплохо, если бы здесь был гараж. Ну, по сути, он мне, как бы, не нужен. Потому что я покупал дом для того, чтобы там жить, как бы, а просто, чтобы выращивать овощи и их продавать. А фургоны купил, чтобы их возить, как бы. Вот такая вот схема. Фургон мне обошелся 2,5 миллиона, и дом мне обошелся 2,7. Ну, то есть, грубо говоря, я потратил 5 миллионов на это все. И здесь у нас есть список, что мы можем сюда положить. Как бы сюда влазит много чего. И поэтому, я думаю, это не плохая покупка, потому что я давно хотел себе этот фургон. У меня никогда его не было, но теперь у меня есть, и мы сможем, как бы, за счет этого зарабатывать. Что-то немножко пошло не по плану, я, короче, влетел прямо сюда. Давайте пробуем сюда выехать вообще, получится у нас это или нет. Ух ты, блядь. Ну, короче, пацаны, вы, думаю, понимаете, что нас ждет, в принципе, в следующих сериях. Это будет просто бомба, пацаны. Я не зря эту машину купил, потому что на ней, пацаны, будет просто происходить полная жесть. Будут очень классные трюки, поэтому я надеюсь, вы это оцените. Я надеюсь реально, что вы это оцените, потому что трюки реально будут очень крутые. Мустанг тоже был неплохой, конечно. Но ламба, она, как бы, ну, получше будет лететь и прыгать, и летать, короче, ну, вы поняли. Лаунч-контроль, конечно, здесь бешеный просто, реально бешеный. Так, ламбу давайте припаркуем тоже возле фургона, ну, в принципе, где-то вот здесь. А крузак я уже перегоню потом, в принципе, он не к спеху, а вот ламба пусть стоит прямо уже здесь. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В следующем видео уже будем заниматься, как бы, фургоном, заниматься огородом и будем, как бы, заниматься трюками. Если у вас есть идеи, то можете писать их, в принципе, в комментариях. Я ваши все комментарии читаю, поэтому если мне ваша идея понравится, то я обязательно запишу по этой идее видео. Все, всем пока-пока.